М-40 – просто двойная звезда, которая находится в Большой Медведице. Шарль Месье искал в этой области туманность, о которой незадолго до того сообщил Ян Гевелий. Не найдя никаких туманностей, Месье обозначил эту пару звезд как М-40, наверное, чтобы его усилия не пропали зря. В 1863 году звезда была снова открыта Фридрихом Августом Теодором Виннеке. Бернхэм, известный американский исследователь неба, назвал М-40 одной из нескольких настоящих ошибок в каталоге Месье. Две очень близкие маленькие звезды в основании хвоста Большой Медведицы. Их тяжело разрешить даже 6-футовым телескопом. Две близкие туманные звезды. В 1991 году измерили угловое расстояние между компонентами, обнаружив, что со времен Месье оно выросло. А в 2001 году выдвинули предположение, что эти две звезды вообще никак не связаны. Исследования Ричарда Нагента в 2002 году подтвердили гипотезу, что звезда Виннеке на самом деле оптическая двойная, то есть это две никак не связанные звезды с массами в 1,1 и 1,2 солнечной, абсолютными светимостями 0,88 и 4,0, одна из которых проходит на расстоянии примерно 550 световых лет на луче зрения по направлению к другой, находящейся на расстоянии около 1900 световых лет. Вопрос со звездой Виннеке окончательно закрыла первая выборка спутника Гайя, которая однозначно показала разницу параллаксов между звездами. Это 2,87 для звезды HD-238-107 и 7,13 угловых миллисекунд для второго компонента HD-238-108. Парочка находится в 16 угловых минутах от звезды шестой величины 70-я Большой Медведицы, формируя прямоугольный треугольник с галактикой типа пересеченной спирали NGC-4290 12,5 звездной величины. В общем, М-40 трудно назвать настоящим полноправным участником каталога Месье. Это скорее свидетельство того, что человеку свойственно ошибаться, и Шарль Месье здесь не исключение.